Ban. Dire Team Ban. I should have seen that one coming. Добрый вечер, уважаемые зрители, с вами Рухаб и я Мейлшторм, и сегодня нас ждет, как всегда, два матча вечерних BTS EU Cup'а. Начнем мы с поединка Prize против Na'Vi, матч наконец-таки стартовал, загрузились у нас все, долго очень не могли китайские кастеры прогрузиться, но да ладно. И этот матч, как и все предыдущие матчи, 1/8 финала, вот на ваших экранах в данный момент сетка, будет проходить по системе Best of 3. Соответственно, победитель проходит дальше, проигравший вылетает. Ну и матч, конечно, приковывает к себе, как всегда, огромное внимание приковывает к себе, потому что играют Na'Vi. Давайте посмотрим сразу же на ставочки, которые у нас на esportgaming.com. И, как мы видим, Na'Vi являются явными фаворитами. 1.379 против 2.676. Ну, где-то 66-34. И, в общем-то, насколько можно верить этим коэффициентам? Ну, коэффициентам верить никогда нельзя. Мы вчера буквально наблюдали, как команда Spirit, имея коэффициент 1.1 и имея 3.9 коэффициент команда Cookies. Команда Cookies обыграла Спиритов. В общем, это была большая довольно-таки сенсация. Ну, а здесь у нас Tiny плюс Wisp в исполнении Na'Vi. Состав Na'Vi на сегодня это Санейка, Дэнди, Дитяра, Ахмо и Шадоуэх. Нету у нас артстайла, как я вижу. Ну и состав команды Прайс. Это Гига, Гердакс, Зинигата, Паван 94. И также у них есть некто Джастис. Некто Джастис. Значится у них на сайте ВП, например, At the Speed of Life. Ну, я не знаю, честно говоря, ни одного игрока, на самом деле, из Prize. У них значится два итальянца, два хорвата и один русский. Но насколько... Что вообще это за коллектив, сказать тяжело. Помню, под Прайс играла один из СНГ миксов, но, как мы видим, из СНГ игроков остался всего лишь только один. Вообще, очень неплохой соперник для Na'Vi, как мне видится. Думаю, они должны быть довольны этим. Так, ну и пик команды Прайс это Бэйн, Герокоптер и Дисраптор. Пока что все у нас очень обычно и привычно. Никаких новых героев, никаких лондруидов, которых мы вчера видели. Ничего подобного нету. Ну и, собственно, Прайс у нас выбирают... убирают в баны Оракула, Инвокера. Ну вот разве что отдают должное именно по банам. В свою очередь Na'Vi Вингу подбанили. Довольно популярный нынче кэрри Слардара и Вайпера, и забирают еще и Queen of Pain. Но, скорее всего, Тинни и Висп пойдут на мид, поэтому нужен хороший и сильный персонаж на легкую, который сможет стоять уверенно, там, с небольшой поддержкой саппорта, может быть, какой-то минимальный. И, конечно же, Квапа для этого является одним из лучших вариантов. Ну, скорее всего, Ахмо будет играть на Тинни, он задрот этого героя, и Дэнди посадят на Квапу, что... Ну, что мне видится как-то логично, что ли. Так, ну и что? Спиритбрейкера забрали Прайс.
Нави добирают лича, и остается им один герой в хард. Ну, вообще, конечно, под лича как бы напрашивается Дум. Его действительно нету в бане до сих пор. В любом случае, Нави поставили уже очень сильные линии. Линия Тини Висп довольно сильна в 2 на 1, естественно. Ну и даже в 2 на 2 она имеет большое преимущество над многими комбинациями героев. В частности, здесь у нас будет, скорее всего, Бейн плюс 1. Ну, Бейн хороший помощник, и кого бы сейчас не взяли прайс, должно быть им хотя бы более-менее. А на нижней линии Queen of Pain, один из самых жестких героев в 1 на 1, и справиться с ней будет тяжело, особенно когда она стоит на легкой. Ну и на верхней линии вроде как Hardline, но там уже есть лич, и сейчас доберут еще одного персонажа, который сможет там спокойно стоять. Вариантов масса. Tide, Doom, Beast, все что угодно. Пока что Na'Vi у нас очень сильные линии показывают. Но при этом и не проседают в остальных компонентах. Ну, настолько, насколько это возможно. Ну и также сегодня у нас еще одна игра будет. Сегодня у нас матч Скрина против Arcade Sports. Да, забанили Эмбер Спирита. Возможно, кстати, линия вполне себе Квапа и Лич против там Герокоптера, Дисраптора. Ну, Лич с любым героем стоит, опять же, очень неплохо на этом лайне. Последний бан Na'Vi. Довольно много времени у них осталось на обдумывание своего решения. И это ВР-ка, да, это как раз-таки герой в мид, и тут же берут ДК. Итак, ДК плюс Бейн будет стоять против Тини Виспа, скорее всего, опять же. Last pick. Это герой, который пойдет стоять либо в легкую против Спирит Брейкера, либо вместе с Личом. Ну, Квапа неплохо может постоять против Спирит Брейкера, даже очень. Здесь, конечно, Прайс могут поставить какую-то даблу даже вниз, Дисраптор плюс Герокоптер против Квапы, но все это не будет так здорово смотреться. Да, огромное количество времени есть у Na'Vi. Так, а пока прочекаем, все ли у нас в порядке. Beastmaster. Да, это Beastmaster. Beastmaster. Так, ну и что? И вот такой вот пик. Да, все негодуют, где же артстайл. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Говорят, что это артстайл. Shadowweg. Ну, в лобби это был не артстайл, во всяком случае, это был Shadowweg, когда все под своими никнеймами заходили. Да и вроде бы это два разных игрока. Так, одну секунду, мне нужно кое-что будет поправить. Так, ну и, собственно, поехали. Ну и давайте смотреть. Shadowweg у нас играет на личе. Beastmaster от Ахмо все-таки. Денти будет на Квапе. Дитяра на Тинике и Санейка на Виспе. Вот так вот выбирают у нас героев. Ну и команда Прайс. ПВН играет на Спиритбрейкере. Гига на Бейне. Гердакс на Герокоптере, Джастис на ДК и Зинигата играет на Дисрапторе. В
собственно, расходятся по лайнам потихонечку. Тини, да, Тини уже прицелился в мид, Бестмастер на топ вместе с Личом. Ну, как, в общем-то, и планировалось здесь все. Ничего не стали придумывать Нави, действительно взяли Беста. Ну, потому что потенциала как-то АУЕ раскаст, у них уже очень много, это и Тини, или там Лич, и Квапа, и решили взять какого-то героя, который будет обладать аурами, прежде всего, и точечным контролем. Решили не брать ни Тайда, ни Дума. Бестмастер. Ну, действительно, Бестмастер очень хороший в этом патче. Ну и поехали. ДК с Бейном против Тиника. Тиник пока что стоит один, но вот приходит Висп, которому уже, естественно, прилетела бутылка, так как он взял баунти руну. Ну, здесь нас ждет интересное начало. ДК очень хорош против Тиника тем, что у Тиника очень много белого дэмэджа, как в начале игры, так и в конце. Ну, понятное дело, что в начале игры у всех героев много белого урона. Ну и ДК способен своим дыханием очень здорово этот дэмэдж снижать. И тем самым и на линии подобивать крипов, и в лейте довольно-таки тяжко Тини дамажить. Собственно, ДК уже тоже с бутылкой. Висп пока что страдает, у Тиника все очень-очень неплохо. Уворачивается здесь Санейка от дыхания. Так, тем временем нападение здесь на Shadow Echo. Выживает Лич, остается Бестмастер, Бестмастер тоже живет. Да, в общем, как мы видим, я, насколько успел прочитать, очень хорошая связка Тини Виспа в этом патче. Ну, в целом всегда эта связочка была очень сильной, что и говорить. Ну и как-то Тини в последнее время уж слишком здорово заходит. Ну и 7-0 у него крипстату, ДК 5-0 чуть-чуть отстает. Да, Бейн одного крипа подорвал. Падение на Бейна, выбрасывает очень далеко. Висп начинает фоксить Бейна, Бейн отхиливается. Нет, ну Бейн слишком плотный. Отличная комбинация. На самом деле, будь какой-нибудь более дохлый саппорт, он бы, конечно, умер. Но с Бейном ничего не получилось сделать. И Висп его не смог замедлить, что самое неприятное. Это, конечно, действительно проблема. Герокоптер немножко должен проседать будет по крипам. Пока что мы видим, что Queen of Pain идет с небольшим опережением. И на герокоптера напали. Очень больно Гердоксу. Он подрубает бараж. Неплохо. Раздал дэмэджа. И теперь на перерез летит. И у Бестмастера огромные проблемы. Да, Бестмастера нужно закрывать. Он пытается сделать телепорт. Бестмастер и все-таки уходит на последних хитпоинтах Ахмо. Лич также вынужден отступить. Ну, герокоптер с Дисраптором прогнали. И при том, что у Герокоптера пока что всего лишь первый уровень. Так, выбрасывают ДК под вышку. Висп. Здесь же Бейн. ДК уходит в инвиз. ДК. Боже мой. ДК хочет побить Виспа. Ну и очень сильно рисковал, по-моему, сейчас. Да, в общем, теперь Герокоптеру будет полегче. Пока что линии довольно ровненько стоят, и никому преимущество отдать нельзя. Брейкер схарасит Квапу. Нет орбов Венома. Да, и Квапа откидывает дротик, делает еще одну тычку. На самом деле, Квапа здесь немножечко просела по ХП, как мы видим. У Спиритбрейкера есть еще целая фласка, чтобы захилиться. В то время, как у Квапы пустая бутылка. И обязательно нужно будет взять руну. Ну, вот видите, что делает Queen of Pain. И тем временем First Blood все-таки забирают на Дисрапторе у нас сверху. Лич плюс Бестмастер. Более того, сейчас... Да, Герокоптер еще тоже отъезжает от Лича. Отличная игра. Лайн заобужен, что здесь можно сказать. И на миде также огромные проблемы у ДК. Нету больше спиритов у Виспа. Возвращается сюда Дисраптор, может кого-то вернуть. Но Висп стоит на месте, возвращают его. Висп не подставляется под тавар. Дисраптор бросает в воздух его Тиник. Последняя тычка забирает его ланчем. Висп все еще жив, отхиливается ботлом. Подхиливает Дитяра, восстанавливает его ману. Ну и отличное начало для Нави. Сверху забирают линию. Еще и продолжают, посмотрите, нападение. Бестмастер всего первые топорики. Ну как же они больно бьют. Да, Лич. Беспощаден. Queen of Pain забирает реген. Можно кинуть дротик в бару. Решил не делать этого. На самом деле можно было кинуть дротик, еще крикнуть. Все равно маны хватало. Все равно сейчас реген используется. Но решил, что и так сойдет.
Да, ну и теперь у Дэнди, конечно, ситуация гораздо лучше. Он лидирует по крипам, теперь у него полная бутылка, полная хп, мана, и вторым дротиком он очень больно будет харасить спиритбрейкера. Ну что ж, 3-0. Отличное начало. Как же тяжело Гирычу приходится. Уже отстает от Квапы. Квапа, конечно, очень сильно разошлась по крипстату. Нападение на Бестмастера. Но не знаю, насколько это хорошая идея. Бестмастер практически добивает Дисраптор. Побежал за ним в лес. Дисраптор прячется. Нужно мансовать. Вызывает Кабана. Кабан должен сделать одну тычку, но Кабан не делает ее. В итоге Бестмастер погибает. Queen of Pain уже здесь. Дает отличный ультимейт. Хорошее подключение от Денди. Забирают Гирокоптера в размен на Бестмастера. Бейн успевает отхилиться, но получает дротик. Заберут Бэйна, Бэйн на развороте, бьет Лича, Бэйн убивает Лича, Лич умирает, остается Queen of Pain, за ней уже выехал Spirit Breaker, тем временем забрали ДК на миде, Queen of Pain успевает дать блинк и спасается. Да, в последний момент натикала мана. Вот он, файт рекап на ваших экранах, ну и ДК, который здесь же на миде умер под атакой Виспа и Тиника. Не очень приятно. 7-2. Нави продолжают отрываться. Мы видим уже 3000 голды преимущества, 2000 XP. И это только начало. Висп еще не шестой. С получением 6-го левела на виспе. Так, нападение может быть очень опасное на ДК. У ДК уже есть станчик. Но у Тини нету маны на тос. Да, он мог побежать, попробовать тоснуть. Но решил не торопиться никуда. Просто прохарасили ДК. Ну, тоже неплохо. ДК теперь стоит битый. Боится подойти. Нападение на ДК. Вот как раз-таки битый ДК получает тос. Еще буквально один удар. Нет, даже он не потребовался. Просто здесь его разорвали. Гирокоптер нападает на него. Бестмастер. У Бестмастера еще нет шестого, но подтягивается Лич. Отличные топорики. И Гердакс в таверне. Ноль помощи. Однако перетягивается Бен. Здесь уже спиритбрейкер. Спиритбрейкер пошел на Бестмастера. Бестмастер. Умирает Бестмастер. А, Лич просто уходит с ТП. Гирыч на Беста. Так себе размен. И очень сильно начинает вырываться вперед Квапа. У нее уже ПТшка 7 левел. Она хорошо подключилась на топ. Возвращается фармить на бот. Никто ей абсолютно не мешает. У Тини также ситуация отличная. 2-0-1. Дитяра все больше опережает. Давайте посмотрим на нетворсы. Да, нетворсы говорят сами за себя. Посмотрите. Висп обгоняет ДК. И 4 героя Нави в топе. 4 героя Нави в топе. Вот такая необычная ситуация. Пока что это тотальный разнос. Да, подтягивается сюда Дисраптор. Ну вот, Гирокоптер получил шестой. Ему бы, конечно, куда-то выйти, кого-то убить, но целей не так много. В свою очередь, его караулит Бестмастер, у которого также еще нету шестого левела. Дэнди пошел за руной, возьмет ее. Преследует его крипок. Здесь же ДК. Нападение на ДК. Тини с виспом полетели. Стан в Queen of Pain. Дисраптор ставит неплохой кинетик фил. Хороший рассказ. Очень больно виспу, стирают ДК, виспа нужно добить, виспа не добивают, добивают зато Тини, ульт от Квапы, висп успевает вернуть битого Лича, в итоге ультимейт Бестмастера по Бэйну, Бэйн использует стики, живет, Квапу забрали, остается Бестмастер, его очень неплохо замедлили кинетик филдом, забирают Кабана, возвращаются сюда Лич и висп, как же Санейка сейчас успел, вот буквально доля секунды и висп с Личом тоже отправились бы в таверну, но в итоге размен-то получился очень неплохой. Кэрри и мидер на кэрри и мидера. И, естественно, это размен в пользу Прайс, потому что они были далеко позади. А могли Нави потерять еще больше. И вот, мы видим, графики так загибаются. Такая дуга легкая получается. Не очень приятная. Но Висп попытался на шестом левеле. Тем не менее, какие-то дивиденды извлечь своего ультимейта. Очень хороший ганг потенциал у Прайс. Это и Дисраптор, и Бейн, и Спирит Брейкер, и Гирокоптер на раннем левеле, и плюс ко всему ДК. В общем-то, каждый герой цепляет. Да, у Нави тоже неплохо, но, конечно, Лич... Лич начинает несколько проседать, если игра затягивается.
Все-таки его самая основная сила это на линии. Но пока что он набрал достойные себе статы для того, чтобы быть очень полезным. Да, нападение на гирокоптер. Он здесь не успел прочитать ситуацию. Его просто стирают через тосик. Ну, как-то странно, увидел лича. Только что увидел лича здесь Дисраптор или Бэйн. Бэйн увидел лича. Но никакой реакции не последовало. В итоге Нави вчетвером на топе. Нападать на них нереально. И просто отступают. Да, Бэйн, кстати говоря, будет делать линзу. Судя по всему, 500 монет ему до линзы. Возможно, и Дисраптор сделает. Но Дисраптору не так нужна, конечно, как Бэйну. И 6-й левел не с горами. Но по-прежнему очень большой отрыв. И для 10-й минуты 4000 это, конечно, многовато. Ну и вот пошли, наконец-то, использовать свой потенциал. Здесь очень медленно пушат Нави, могут они дождаться. Но так пассивно действовали прайс, что Нави сейчас могут не прочитать эту ситуацию. Разгон. Не увидели, что птичка умерла. Очень хороший врыв. Лич дает свой чайник. В итоге забирает лича Висп Санейка. Просто божественная игра. Умирает Бэйн от ульта лича. Умирает Спирит Брейкер. Должны забирать Бестмастера, но Бестмастер все еще жив. Гирокоптер, боже ты мой, что же творит этот сумасшедший Висп от Санейка. Он дважды за драку успел засейвить героев. И в итоге вчетвером прайс разваливаются. Ну, фактически один Акбар сейчас сделал здесь все. Успел каким-то образом этого битого лича вытащить. Так еще и, помимо всего прочего, в конце Бестмастера подсейвил, улетая. Да, и вот как мы видим, лич, конечно, может проседать в какие-то моменты. Но если он закидывает как нужно свой чайник, кстати, который почему-то не отображается в файт-рекапе, дает хороший дэмэдж снова за счет быстрого левела, то, соответственно, наносит много урона. Но чайник слишком круто отлетел. Конечно, чтобы вот так вот он скакал только по героям. Там Бэйна практически фулово убил. Еще и занюкал и гирокоптера, и ДК, и вообще всех. Очень сильно отрываются Нави после этой драки. 16-5. Да, а выход, казалось бы, такой неплохой. Ну, возможно, спалили как раз-таки вот на этой птичке. Или просто почувствовали, что слишком опасная ситуация, и начали оттягиваться Нави. Если бы, конечно, они продолжили стоять, то, скорее всего, тяжело бы было. Ну и плюс ко всему, Дисраптор был не шестой. Тоже не хватило. И теперь Нави выходит в смоках. Шестой бист. Восьмой даже. Ну, имеется в виду, что ультимейт у него есть. Выходит на топ. Здесь же Тини Висп. Хорошие варды стоят у Нави во вражеском лесу. Все контролируют, но прайс читают ситуацию и отступают. Так, что у нас тем временем? Пишут, что это артстайл, только он может быть первый с конца при доминировании. Но болельщики Нави знают свою команду, как никто другой. Поехали. Почитал немного комментариев в группе Нави. Ну, кстати, уже не первый с конца лич. Он уже потихонечку вырывается. Так, и пошли у нас наверх. Большими силами. Тяжело уже играть как-то разрозненно. Спирит Брейкер, разгон. В миде забирают Драгон Найта. Хороший выход от Бестмастера. Ну и как раз Висп. Да, Виспа здесь подождали. Аж два ультимейта на него потратили. Вы что, ребята? Зачем так много на одного Виспа? Возможно, думали, что с Тинником вернется. Но нет, конечно, Санейк не будет возвращаться с Тинником. В итоге забирают Виспа, получают за него, кстати говоря, не так уж плохо. 600 голды, еще и 250 он теряет.
Ну и продолжается у нас неспешная дота. Да, из преимуществ для Нави еще дополнительных, если они будут иметь доминацию, то никаких проблем абсолютно у них не будет с забиранием товаров. Тини с Аганимом справится, ну еще и под аурой Беста. Дэнди собирает себе Аганим. О, Аганим, Юл, конечно. Юл для того, чтобы спасаться от Дисраптора, очень полезный спелл, а Тини тем временем приносит себе ветку. Да, второго ульта еще нет, поэтому немножко странно он выглядит. Ну, нормально. Вышку ломает нормально. Подходит Бестмастер со второй уже аурой, кстати говоря. Не качает топоры по-прежнему. Не любит вот почему-то качать топоры. Считает, что этот спелл слабоват. Может быть, стоит их как-то апнуть, чтобы их стали брать. Хотя Бестмастер и без того сильный, чтобы мы еще что-то там апать. Так, ну и забирают еще одну вышку. Пошел рассказ от Кирыча. В итоге катапульт забирает тавр. Возможно, вернуть дитяра, но тут списывается лич, кидает чайник. Чайник не очень хорошо заходит. Ульт квапы, как же больно гирокоптеру. В итоге гирокоптера забирают. Дэнди зачем-то отбрасывают назад. Здесь уже спиритбрейкер, которому выжигают ману некрочи. Ну и, в общем-то, неважно. Стан в Тиника. Закрывают. Да, приходит Дэнди уже с Юлом. Поднимает Бэйна. Байбекается сейчас спиритбрейкер. Очень битый Бестмастер, но Бестмастер должен отсюда уйти. Схватили Дитяра. Дитяра живет. Минус Бейн. Спиритбрейкер унесся куда-то далеко-далеко. Возможно, за Бестом остается Тиник. Нужно добивать Тиника. Тиника добивают. Бестмастер все еще жив. Куда же побежал Спиритбрейкер, непонятно. Ну и в итоге размен получился очень неплохой для Нави. Они отдали Виспа и Тиника, насколько я понимаю. И сейчас, кажется, Бестмастер совершил ошибку. Но Queen of Pain его сейвит. Queen of Pain сейвит Бестмастер, однако получает ультимейт, подходит сюда. Ой-ой-ой, какой глимпс вовремя от Дисраптора, очень вовремя. Ульт Гирыча не попадает под Queen of Pain, и Кабан, в свою очередь, спасает жизнь Клопе. Вот так друг друга они выручили. А тут еще и Лич. Лич наваривает Баре сверху. Баре испугался и убежал. Файт рекап я просмотрел, пока у нас продолжалась драка, но мы видим, что Нави еще сильнее оторвались. А, или его не было. Его не было просто-напросто. 1000 монет поднимают Нави, 800 поднимают Прайс, PXP также на 1000 вырываются. Ну и, собственно, вот, Бестмастер 2300 дэмэджа в драке, ничего себе, он там раскастовался. Первый по дэмэджу. Неплохо. И размен получился 4 плюс байбек в 3. Да, все-таки Виспа там быстро смогли забрать. Видимо, Бара постарался. Виспа, кстати, почти готова мека. Да, Квапу, конечно, с Юлом тяжеловато взять Барику. Хороший артефакт здесь, Юл. На редкость крут для Квапы. Ну, ситуативный, конечно, арт. В некоторых играх он вообще не нужен. Но здесь очень-очень полезная штука. Линзу купил себе Дисраптор. С линзой у нас очень скоро будет Бейн. Он никак не дофармит свои несчастные 300 монет. Будут кастовать издалека. Но здесь все равно тяжеловато. Ну и Тини. Тини, который купил себе Огр Клаб, Чинмейл, всего понемногу. Кирасу, конечно, будет делать. Здесь БКБ, мне кажется, рановато. И тут же полетели наверх. Нашли Спиритбрейкера. Поднимают его Queen of Pain View. Да. Вот что дает эту возможность. Спиритбрейкера забирают. Так, и сейчас еще и Бейн. Бейн ошибается, Бестмастер может успеть в него ультануть. Ну, в итоге Беста возвращают от греха подальше. А тем временем встревает Гирокоптер. Он очень сильно замедлен, приходит сюда Лич, Гирокоптер дает ультимейт. Как же мало шмоток у Гирокоптера, ульт получает Бейн. Позиция у Нави не самая лучшая. Чайник в крипов, Бейн заслипался. Спит, некрач его будет. Опять в Бейна. Бейн живет. В итоге одного Бару потеряли, покидались немножко ультами. Тини Висп уже успели прибежать сюда на помощь. 22-9. Куда-то побежал Спиритбрейкер. Он видит Лича. Ну, кстати говоря, давно пора с этим парнем разбираться. Он без Айс Армора почему-то играет. Но Спиритбрейкер не стал нападать. На самом деле, зря не стал нападать. Здесь как раз-таки тиммейты были рядом, не так далеко. Так,
ДК у нас. ДК у нас будет играть через армлет. Включает форму, потихоньку начинает бить вышку. Тем временем Дэнди нашел руну. Его видели. Но есть ли просветка? Вот в чем вопрос. Просветки нет, ничего нету. Нужно забирать вышку и уходить, потому что сверху уже тени с виспом ломают тавр. Полетел сюда ДК. Тини с виспом летят, в свою очередь, куда-то в атаку. Queen of Pain пытается подцепить, хороший раскаст, но в итоге клопу отправляют назад. Герокоптер. Отличный слип. Не дают никого забрать. Да, как же мало хп у герокоптера. Его продолжает стирать просто с одного раскаста Queen of Pain. Срочно нужно добирать хитпоинты, добирать себе Сенжиньяшу, боковышку. Сенжиньяша все еще нету. И вообще, ну такой запак обычно у него либо барабаны есть, и доминатор зачастую, либо хотя бы там что-то одно, либо барабаны, либо доминатор. А тут Аквила, не грейженный стик фейзы и Сенж. И все. Это все, что есть. Маловато, конечно. Ну и по Нетворсу он пятое место занимает после Бестмастера, после ДК. Тяжело. Все пока что по сценарию Нави идет. Нужно думать про ЭС о том, как вообще они будут что-то здесь выигрывать. На мой взгляд, все-таки их... да, вот, их ключ к успеху это смоки. Бару почему-то с собой не стали брать, не знаю почему. Может быть, он будет палиться на линии. А, или Рошан вообще. Ну, Рошана не забрать, здесь птица. Птица абсолютно все палит. Да, в смоках, конечно, выходить тяжело. Нави еще и читают ситуацию. Дэнди сидит очень аккуратно за вышкой. Его ищут. Видят Бару. Ну, должны понимать, что Бара здесь может быть не один. И, скорее всего, он здесь не один. Никого абсолютно на карте. Сверху пушит Тини. Дэнди здесь ни за что не покажется. Да, он только все больше и больше углубляется в леса. Очень странный смог. Хотя стоят хорошие варды, по идее. Или их только поставили, может быть. Ну, по идее, могли бы сделать смога получше. Бестмастер. Тини покупает Блэкинг Бар себе все-таки. Летит сюда Лич. Залетает Лич. Пошла ульта. Тини Висп. Бейн. Бейна стирают очень быстро. Падает вышка. Тини забирает Дисраптора. Тини продолжает бить на этот раз цель. Спиритбрейкер. Спиритбрейкер минус. Подняли в воздух у нас ДК. ДК дает стан в Тиника. Ну, ДК здесь тоже разберут очень-очень быстро. Тини его бросает. Тини его засыпает. И в итоге клопа забирает килл. Минус 4. Как же все примитивно получается. Честно говоря, мы вот смотрели вчера, там, позавчера игры. Команду Stark нас назвал ботами, которые все делают там... Ну, скажем так, слишком шаблонно, и против них слишком легко из-за этого играть. Но вот у Прайс еще жестче эта черта видна. То есть вот просто... Ну, слишком легко их приняли на этой вышке. Просто вот... Никаких шансов даже не было. Квапа уже заранее сидела, прилетел Лич, кинул свой раскаст. Лич просто кидает свой раскаст, не думая, потому что если ты Лич, и если ты дал свой раскаст, все, твоя задача сделана. Дальше ты можешь просто каждые 8 секунд жить и кидать периодически фростбласт. Но это уже не так сильно, как закинуть чайничек вначале. Вот просто кинул один спелл и все, и доволен. Поэтому он, в общем-то, особо и не думает, и совершенно правильно делает. Кинул чайник, половина команды дохлая, Тини просто пробежал как слон, снес всю остальную команду. Кстати говоря, Рошана забирать не стали. ДК купил себе армлет, у него 0.6. Это не очень хороший показатель для мидера. Сейчас я гирокоптер вам покажу, у него 2.7. Не очень хороший показатель для кэрри. Да, и фармит себе БКБ все-таки. Ну, понимает, что здесь уже все. Здесь артефакты на разгон не пойдут. Ну, потому что немножко не то делают Прайс. Им нужно выйти в смоках в ганг. У них такой потенциал бешеный. У них Бара. У них... Ну, Бара немножко другим, конечно, должен заниматься. И немножко в другой момент игры должен был носиться, наводить движуху. Ну, ладно, момент упущен. Допустим. Но у вас есть ДК, в конце концов. У вас со станчиком. Он без блинка пока что. У вас есть Дистраптор Бейн, которые возвращают, цепляют с дальнего радиуса. Что вам еще надо-то? Дистраптор минус.
Вам. Тинис и Спум уже полетели. Прилетели в леса. Ну, как-то странно они прилетели на самом деле. Ну да ладно. Очень быстро Тини ломает вышку. Его забирают обратно. Но он сейчас пешком сюда может прибежать. А может и не прибежать. Да, он делает ТП вниз. Кстати говоря, без блинка играет. Тут случай, когда Тини не стал фармить этот артефакт. Да и, наверное, правильно. Здесь Висп его везде носят. Не знаю, мне все-таки кажется, если Тини играет соло, то блинк ему очень хорошо. А вот если он играет с Виспом, то... Не всегда он нужен, и даже скорее чаще не нужен. А то какая-то повальная просто мода на эти блинки одно время пошла. Ну и здесь Тини просто собирается в сурового кэрри. Есть клопа, которая наводит вот такие движухи с блинками там. Да, и команда Прайс выходит сбить вард, но я чувствую... А, даже не сбить вард, они просто выходят подфармить лес. Я чувствую, это последний их выход в этой игре, потому что видят ДК. На ДК ничего вообще не мешает напасть. Вот сейчас сбивают вард. Да, ДК все видит, все понимает. Его сейчас поднимут в воздух. Или даже не поднимут в воздух. Рассказ. Тини нажимает БКБ. Ульт Спирит Брейкера. Хорошо кастует Queen of Pain. Забирает уже гирокоптера. ДК также очень-очень битый. Ну просто ничего не могут сделать. Все нави фуловые. Минус ДК, получает чайник. Минусует также у нас. Не минусует Бэйна, но это не важно, потому что good game. Да, пожалуй, самый жесткий разнос, который пока что мы видели на турнире, как все слишком просто для Нави получилось. 1-0, они впереди. Я даже ничего особо добавлять не буду. Мы уйдем на перерыв и вернемся ко второй игре, в которой Прайс будет пытаться показать нам что-то более интересное.